Всем привет. Дальше показываем, что у нас тут делается. Что делается? Вот тут у нас прожектора, он откручивается, меняется. Серега там мух он гоняет. Он у него тут... Осиное гнездо гоняет. Ну ладно, короче. Тут у нас забор уже разбирается. Короче, не знаем, за что браться. За одно, чуть-чуть второе, чуть-чуть третье. Тут выставляем столбы, заливаем. Это у нас сейчас выставляются точки для забора. Чуть-чуть увеличиваем забор. Ну, что могу сказать? Короче, мы чуть-чуть это оккупировали Польшу. Вот вышли за наши границы. Короче, оккупация у нас тут происходит. Кусочек земли мы забрали себе. Я думаю, никто не обидится. Мы не сильно вроде понаглели, да? Что думаете? Нас никто тут за это не айнане. В общем, процесс у нас вот так вот двигается. Там потихоньку стенки красятся, тестируется, как это будет. Рабочий процесс у нас идет. Я только освободился, вот и решил сториз записать. Там у нас электрик занимается вот этим пассатом. Тут у нас Кирюха разбирает двигатель Audi Q8. Тут у нас друг белорус пришел, помогает нам. Вот все белорусы вот максимально вот честные и открытые. Вот видите, он даже яблоко поделил и вот дает мне яблоко. Спасибо. Вот, ну как вот на них обижаться? Ну какие вот они вот все равно честные и открытые. Короче, такая вот движуха. Наш электрик тут работает. Что хотел сказать? Кстати, наш электрик сегодня заработал своих первых 100 злотых. Вот они, первые 100 злотых. Надо по нем вот так вот, потереть. Вот так потереть по карману, там потереть. Вот так как бы, вот первые 100 злотых он, короче, заработал. Ты довольный, счастливый? Да. Вот такая вот движуха у нас тут происходит.